Тихо. Тут Кайра рвет и мечет. Он уже начал. Вот бота. Смеется. Хорошо, что красную рубашку одел. Угу. Хорошо идет на этом фоне. Угу. Мы с тобой как светофор сели. Синий, красный, желтый. Нет, зеленый же должен быть. У меня даже трусы синие. Прямой эфир. Я сижу. Ты сижу? На весь Казахстан, на весь мир уже. Что ты не предупреждаешь? Сколько там зрителей? 3, да? Этот, шетелден жүрген, не, оппозиционерлерден бөлек, отанда жүрген оппозиционер, нақты күресіп отқан оппозиционер, мықты оппозиционерлер дейді да. Кім айтады? А? Кім айтады? Алдында айтып тұрсын. Жанны ботаны или біреу айтып тұрсын? А что это? Скажи запрос, чтобы отправили. Ну, это запрос принял. Салям Казахстан пишет. Да. Мы ждем запрос, уже вышли в прямой эфир. Айрат и я, и вот все пацаны, мы в прямом эфире. Ждем запрос со стороны Абгазова. Кайрат. Ждем запрос, уже вышли в прямой эфир. Айрат и я, и вот все пацаны. Айрат, сөйлейсі. Ждем запрос. Қазір сөйлеймін, қазір сөйлеймін. Қазір эфир басталат, кішкене адам жиналсын. Бүгінгі тікелей эфиріміз. Тікелей эфиріміздегі қонағымыз сіздерге сюрприз болады. Сухесің ба? Су ішесің ба? Не, нормально. Помахать-то. Отправьте запрос. Посмотрите. Отправьте. Ага. Все, послали. Тихо. Да, ребята, добрый вечер. Меня видите, да? Привет. Я вас вижу. Вы меня видите, ребята, да? Я вас вижу. Приветствую вас, Мухтар Кабулович. А также всех зрителей данного эфира. Зрителей данного эфира, мы рады вас видеть и хотим поблагодарить за данную возможность
поговорить с вами о насущных проблемах всего народа Казахстана. Да, давайте, я хочу у знать, нас имеется ряд... кто у нас будет в эфире. Я хотел бы вас, мы же не знакомы, я хотел бы просто лично узнать, кто в эфире. Меня зовут Кайрат Кылышев, рядом находится Аскар Жексебай, Айдос Базарханов и Канат Жапопов. А можно, чтобы там каждый заглянул сначала? Вот я понял, вы Кайрат, дальше? Кайрат вот передо мной, красным. Это за вами в синем кто стоит? Аскар Жексебай, я знаю, видел на пикетах его постоянно. Багдаулет Кайрат. Давлет? Айдос Базарханов. Айдос и... Багдаулет. Багдаулет Кайратович. Ага, Багдаулет, да? Окей. Багдаулет Кайратович. Хорошо. Канат Жекупов. Добрый вечер. Да, добрый вечер, ребята. Вот у нас имеется ряд вопросов у Аскара Жексебаева и у Каната Жакупова. Давайте... И хочу передать слово Асхату. Асхат, присаживайтесь. Здравствуйте. Да, привет. Ассаламу алейкум. Привет, Асхат. Вы сейчас знаменитый человек. Знаменитый человек в Казахстане. У нас так все так получилось. Как? Я говорю, вы сейчас знаменитый человек в Казахстане и не только в Казахстане. Вас уже многие знают. Я хочу отметить ваше упорство. Это, знаете, вот есть Тунберг, вот девочка 16-летняя из Швеции. И вот она каждую пятницу выходила к стенам парламента и через несколько месяцев по экологическим вопросам. Через несколько месяцев десятки тысяч людей стали ее поддерживать, и не только в Швеции, по всему миру. Сейчас у нее миллионы по всему миру. И экологическое движение набрало силу, и ее приглашают президенты стран, министры и все прочее. Поэтому вот то, что вы делаете, именно я считаю, что вы пробиваете просто свободу для нашей страны именно своим личным примером, и у вас уже есть последователи. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить вот за... ваше упорство, и это, безусловно, результат будет. Мы тоже в этом не сомневаемся. Мухтар Кабулович, спасибо, что нашли время. Мы знаем, вы очень занятой человек, очень деловой человек. Но так получилось, влияние на умы некоторой части населения в Казахстане, и, естественно, возникают какие-то вопросы. Вот. У нас такие вопросы. Первый вопрос по поводу деятельности ДВК. Мы активисты, понимаем, что сейчас в стране есть сложности с экономикой, с коррупцией. И чтобы эти вопросы решать, возникают у нас протестные мысли, протестные движения. И как только многие из активистов по Казахстану выезжают для участия на этих каких-то мероприятиях протестных, не обязательно, что они организованы деятельностью, там, демократическим выбором Казахстана, сразу идут задержания, аресты этих активистов. И, например, меня когда задержали, под камеру сотрудник прокуратуры дал разъяснение закона о запрете деятельности ДВК, этот закон был принят судом, Есильским судом Астаны в прошлом году, вы, наверное, про это знаете. Вот, эта деятельность ДВК признана экстремистской. На мои вопросы сотруднику прокуратуры вполне логичные, почему экстремистская, то есть где логика, где связь, вот, есть программа ДВК, где здесь экстремизм, где здесь терроризм, где здесь насилие. Вот, четких вразумительных ответов не было, просто запрет. То есть на основании этого запрета у правоохранительных органов развязаны руки, и они на основании этого запрета арестовывают всех, кого считают как-то причастным к деятельности ДВК, то есть к открытым каким-то митингам, там, протестным настроениям. Но в то же время было в соцсетях и в печати сообщение, что европейские институты, я не знаю, какие именно, суды или парламент, они признали ДВК мирной организацией, не экстремистской. И то есть у нас возник какой-то когнитивный диссонанс. Как-то казахстанская ФЕМИДа запрещает, а европейские институты считают, что это мирная организация.
А казахстанская Фемида считает, что это экстремистская организация. Поэтому мы хотели от вас лично узнать ссылки какие-то, интернет-ссылки, или где можно об этом узнать, более подробную информацию получить. Именно о том, что европейские институты считают по-другому, иначе. На самом деле, 13 марта 2018 года было решение Исильского суда, которое до сих пор не опубликовано, о том, что по обращению Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерство, по-моему, информации и общественного согласия, по-моему, так называется министерство, было обращение, чтобы признали ДВК экстремистской организацией. И вот тайно, значит, 13 марта 2018 года было принято решение суда, и там вообще такая фраза существует: можно протестовать в течение месяца. Вот. Ну, а как можно протестовать решение, если оно до сих пор не опубликовано? Как можно протестовать это решение, если они вообще его не показывают, и то есть непонятно, кому нужно опротестовывать. Вообще ДВК, она на территории Казахстана не зарегистрированная. И для того, чтобы признать организацию экстремистской, должен быть ответчик. Ну, например, истец – это, пусть будем условно называть его правительством Казахстана, и ответчик, ну, какие-то конкретные, ну, или сама организация, которая не зарегистрирована, или лица, которые заявили о ее создании. У нас есть оргкомитет, и я являлся как раз публичным лицом, представляющим этот оргкомитет. Ну, как минимум, по процедурам юридическим, по нормам закона, должны были, скажем, в суде рассмотреть заявление от истца, это представитель, допустим, Министерства юстиции, и ответчик, какой должен был представитель. Если его нет, то должен был прямого представителя, должен был быть адвокат. Есть механизм, есть целая процедура, уведомление, приглашение в суд. Все эти процедуры не были произведены. Более того, если вот я, например, как публичное лицо, так воспринимаюсь нашим правосудием, представляю ДВК, то у меня есть публичный аккаунт. Вот вы же публично написали в Facebook, я увидел ваши комментарии, ответил, и, собственно, вот так в течение какого-то там полчаса состоялся эфир. А видите, а органы юстиции или органы, представляющие правительство Казахстана, они всю эту процедуру не сделали. То есть уже даже они должны предъявить обвинение. То есть доследственные действия, должны провести следственные действия, предъявить обвинение или там вызвать подозреваемого и все прочее. Все эти процедуры были не то чтобы нарушены, они не были сделаны. То есть эти все процедуры, они оговорены и прописаны законом, уголовно-процессуальным кодексом и других всяких разных процессуальных документов. То есть понятно, что даже если не смотреть в суть обвинения, экстремистское и неэкстремистское, сами процессуальные действия, которые не были совершены, которые они обязаны были по закону сделать, а они не были сделаны, уже это автоматически суд должен был выбросить все эти обвинения. Суд это не сделал. Более того, такого рода решение, тайное, которое до сих пор не опубликовано, просто подтверждает, что суды у нас являются, по сути дела, отделами Нурсултана Назарбаева, его администрации. Они просто исполняют его команду, они являются не независимыми. Они нарушают все процедуры, которые прописаны самим законом. То есть они сами нарушили закон. И уже это говорит о том, что это решение незаконное. Понимаете? Ну и тем более там, знаете, я там читал, они такие определения делают, что суд рассмотрел некого эксперта. Эксперт, значит, проанализировал выступление. На тот момент были мои личные выступления публичные, больше никого. Ну и, собственно, программы ДВК. Ты хоть заанализируйся, самого страшного такого заговорщика посади с психологией, такого заговорщика, который в каждой фразе ищет заговор. Там программы экономические, что зарплаты нужно поднять, пенсии поднять, описан механизм, как сделать. Говорится о парламентской республике, говорится, что нужно внести изменения в Конституцию. То есть все по закону. И там говорится, что оказывается,
моя фамилия не называется, что в этих выступлениях разжигается ненависть к правительству и требуется их смена. Но извините, в Конституции это право человека критиковать власть, требовать их уйти с постов. И вообще по Конституции у нас и по всем законам существует сменяемость власти, когда каждый определенное время, 5 лет или 4 года, происходят выборы президента, потом выборы в парламент. Это сама смена заложена механизмом, законами, Конституцией. Поэтому если мы требуем смены режима или смены власти, это наше конституционное право. Понимаете? Во всем мире, если правительство недовольны, то люди выходят на митинги, требуют ухода в отставку. Ну, не факт, что правительство уходит в отставку, но это право гражданина или граждан, объединенных разные общественные объединения, требовать ухода отставки. Ничего здесь, никакого экстремистского действия это не происходит. Поэтому вы понимаете, что это решение было тайное и такое, знаете, просто сделано в кустах группой лиц по команде политической верхушки, а прямо в лице Нурсултана Назарбаева. То есть почему они это не показывают? Как только они покажут решение суда, они, помимо этого, должны показать обвинение, обвинительное заключение. В этом обвинении должны быть присутствовать лица. Ну, если ДВК, там они вот КНБ пришли, Минюст, пишут, по доверенности пришел такой-то. От КНБ пришел по доверенности такой-то, от Министерства юстиции пришел по доверенности такой-то. Адвокат такой-то. Значит, должна была быть соблюдена процедура, когда от ДВК пришел кто-то. И когда все эти действия они публично покажут, выяснится, что они нарушили все нормы закона, уголовно-процессуальный кодекс, все его процедуры, все нарушены. А тут надо иметь в виду, что это любой суд сразу должен это все похоронить, во-первых. Во-вторых, что очень важно. Сейчас вы мне задали вопрос по поводу международных институтов, которые не разделяют точку зрения, что ДВК является экстремистской организацией. Дело в том, что все нормы нашего закона, существующие, любые, это в производственной деятельности, УПК, там, уголовно-процессуальный кодекс и все прочее, они фактически оформлены различными международными обязательствами, договорами на основе одного принципа – права человека, принцип справедливого правосудия. И когда те или иные фразы существуют, там, свободное выражение мнения, свободная политическая деятельность. Это еще в Конституции написано тоже, да, что каждый человек имеет право на свободу выбора политических партий, что он не обязан его раскрывать, он имеет свободу на вероисповедание и все прочее. Под это все эти принципы, которые описаны в Конституции, все существуют нормы закона, которые шаг за шагом описывают права граждан. Первое. Второе. Казахстан подписал огромное количество международных соглашений. И это же не просто соглашение, а там по судебной системе процедуры расписаны, по каким-то другим направлениям тоже расписаны механизмы. То есть там коридоры расписаны для Казахстана, чтобы эти законы соответствовали международным стандартам. Так вот, например, есть свобода собраний и митингов. Это у нас Конституция есть и международное соглашение, которое подписал Казахстан. Там везде, во всем мире существует уведомительный принцип. То есть нужно уведомить власти о том, что такого-то числа вы намереваетесь провести, организовать митинг. Власти просто должны обеспечить безопасность, сопровождать, чтобы не было драк, но не мешать. Это международное право. И вся наша система судебная и все прочее, она под это дело должна быть выстроена, и потому что существует международное обязательство. И по Конституции четко написано, международные договора по своему статусу выше, чем внутренние нормы закона. А наши власти, что они сделали? Типа, да, митинг можно, но спроси разрешение у какого-то акима. Это уже противоречит международному законодательству, понимаете? И вот, собственно, если говорить о международных институтах, которого мне в начале эфира задали вопрос, была резолюция Европарламента. Есть соглашение, подписанное Евросоюзом с Казахстаном. Значит, вот я здесь смотрю, я специально взял соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом.
И там очень широкий фронт описан, и в нем же говорится, что эти соглашения делают значительный акцент на демократиях, а демократии, верховенство права, правах человека и основных свободах, принципах рыночной экономики и устойчивого развития, а также сотрудничество гражданского общества, включая вовлечение гражданского общества в выработку государственной политики. То есть, понимаете, да? То есть, фактически, здесь, в этом соглашении с Евросоюзом, Казахстан взял на себя обязательство соблюдать права человека, чтобы судебное производство было справедливым. Это не общие слова, потому что под это дело прямо описывается, что значит справедливость. Но поэтому Европарламент напомнил Казахстану, 14 марта этого года было слушание по правам человека, и он напомнил, какие пункты соглашения между Евросоюзом и Казахстаном Казахстан не исполнил. Там говорится о политических заключенных Максе Бакаеве, Мухтара Джакш Искандера Еримбетова и других, что это есть решение ООН, и Казахстан обязан его исполнить. Раз. Говорится о том, что полиция применяет чрезмерную силу и не дает людям возможность проявить свое политическое мнение, свобода митингов и собраний, и ссылается на том, что в 2016 году были произведены аресты около 1000 человек на земельных митингах, что арестовали более 500 человек по обвинению, якобы, что они являются сторонниками ДВК. И здесь, в этой резолюции, детально описывается, что между тем, демократические выборы Казахстана являются мирной общественной политической организацией. Это, понимаете, здесь довольно обширный документ, детально описывает, какие пункты соглашения Казахстан нарушил, какие договора нарушил. То есть и по преследованию по вероисповеданию, кстати говоря, тоже здесь есть. Есть по нарушению закона соглашения по профсоюзной деятельности. Вы знаете, что у нас фактически профсоюзные деятели все под пятой власти, они должны быть свободными. Ссылаясь на том, что Казахстан взял на себя обязанность свободно регистрировать политические партии и требования 40 тысяч человек, они не соответствуют международным стандартам и нормам. И соглашению, которое Казахстан подписал, пишут о том, что в тюрьмах проводятся пытки. Здесь специальный резолюция, пункты есть про Аблавасу Джумаева. Его в итоге освободили. Это тоже, безусловно, повлияла резолюция Европарламента, чтобы все понимали, да? Здесь же упоминается Асет Абишев, Кенжебек Абишев, Алмат Джумагулов. Говорится о том, что 10 мая 2018 года, когда был митинг в поддержку политзаключенных и нет пыткам, что несколько сот человек пришли к представительству Европейского сообщества в Астане, и порядка 150 человек были задержаны. И Европарламент говорит, что это прямое нарушение взятых на себя обязательств и тех соглашений, которые подписал Казахстан с Европейским Союзом. То есть это обширный документ, ссылку мы, в принципе, публиковали. И главный документ – это соглашение между Казахстаном и Европейским сообществом. То есть там все расписано. Если будет необходимо, еще раз мы эту ссылку вывесим. То есть прямо Казахстан нарушает международные договора, взятые на себя обязательства. Это в том числе и по объявлению фактически экстремистской организации, потому что правосудие не соответствует стандартам международным. Более того, это правосудие не соответствует стандартам, которые существуют в нашем Казахстане, в нашем законе. Я же вам рассказываю, что существует процедура, должны предъявить обвинение. Я, например, об этом не знал. Никто не знает. Адвоката у меня там не было. Более того, они какие-то заочные процессы проводят. Какого-то адвоката назначают, ну, против меня, в частности. Но при этом адвокат со мной не списывается, даже по Фейсбуку или Инстаграм. Вообще ничего не пишет. У меня публичные мейлы есть. Все эти действия квалифицируются международными соглашениями как нарушение прав человека, нарушение судопроизводства. Это незаконные решения, автоматически становятся незаконными, потому что международные договора по своему статусу выше, чем внутренние законы. Понимаете? Вот и все. Поэтому здесь... Я извиняюсь, нужно... что
ссылка на ДВК, вот ремарка именно о том, что это миролюбивая организация, то есть это не конкретный специальный документ по ДВК, это идет в общем контексте внутри этого обширного документа, да? Вообще в том числе по ДВК и в том числе по политическим заключенным, да? То есть... В обширном документе указывается правительству Казахстана пункты, какие они не исполнили и где были проведены нарушения. В частности, что был запрет ДВК, что это решение противоречит соглашениям, которые подписал Казахстан с европейским сообществом. И документ, он конкретный. Я могу так сказать, что таких документов, наверное, Европарламент, именно резолюция, и не выпускал. Настолько детально было, понимаете? Детально именно фамилии звучат, сроки, описывается, в чем суть нарушений и так далее. То есть Европейский парламент – это законодательный орган Европейского Союза. А Еврокомиссия – это его как правительство, которое исполняет, механизм этот осуществляет. Так вот, законодательный орган Европейского сообщества заявил, показал пункты и факты, которые привели к нарушению этого международного соглашения. А значит, Казахстан... От 14 марта этого года, 2019 года. Там просто методично ссылается на все договора, на все встречи, на протоколы. Это все есть, мы публиковали, но если есть необходимость... Резолюция, она в открытом доступе в интернете, ее можно найти и прогуглить, да? То есть любой гражданин Казахстана может зайти и прогуглить эту резолюцию Еврокомиссии. Она от 14 марта 19 года. Да, на разных языках, но мы специально, по-моему, переводили, и она в открытом доступе была, мы можем, в принципе, еще раз ссылку выставить. Это не проблема. То есть вы видите, да? То есть Да, потому что у многих возникает такая опасность, типа, вот если мы выйдем на митинги, это значит принадлежность к ДВК, а ДВК – это запрещенная организация, но в то же время Европарламент считает, что это мирная организация, поэтому вот мы делаем именно акцент на это. Видите, выходить на митинги – это вообще не имеет никакого отношения к ДВК, потому что каждый человек имеет право выйти на пикет и митинг по закону, по конституции. И в частности, вот вчера было распространено видео, интервью Токаева, в котором он сказал, мы вообще мирные, мы разрешаем митинги, на пикетах никого не задерживает. Ну, вчера я проводил специальный прямой эфир по этому поводу и сказал, вот Асхат Жексебаев регулярно выходит, он получает 10 суток, 15 суток, он просто лжет по всему миру, открыто лжет, и мы его просто будем разоблачать. Вот. И поэтому выйти на митинг, даже если это мы призвали, это не является доказательством причастности к ДВК. Потому что еще наши власти вообще не сформулировали четкое понимание. А что значит на территории Казахстана ДВК? Нет такого понятия. Более того, я вам скажу, публичными лицами демократического выбора Казахстана, открытыми, является я, Жанна Ахметова или Жанна Бота, как мы ее называем, и Булат Атабаев. Всего три человека публичные. Мы находимся за рубежом. Это сделано для того, чтобы люди не попадали под давление властей. Все их обвинения, причастности к ДВК, они бездоказательны. Потому что но в чатах сама прокуратура сделала объяснение, что в чате там активист ДВК, это не запрещено. Смотреть каналы Мухтара Блязов, нет никакого судебного решения, что запрещено смотреть канал Мухтара Блязова. Или там канал 16-12. Поэтому мы говорим всем нашим сторонникам или тем, кто хочет выдвинуть на митинги свои требования, чтобы они никогда не говорили, что да, я член ДВК. У нас нет механизма членства. То есть для этого должен существовать специальный механизм, подтвердить, что вы являетесь членом ДВК. А если такого механизма нет, обвинение, что вы являетесь, например, сторонником или участником ДВК, оно не выдерживает никакой юридической критики. То есть у них нет механизма доказать, что человек якобы является членом ДВК. Если у нас нет системы членства, как можно быть членом, тем более несуществующей организации, правильно? Вот. Поэтому это ходить на митинги, это безусловное право по Конституции,
по законам, по международным договорам. И здесь, если кто-то будет предъявлять, ты ДВКшник, ну вы также можете сказать, нет, это ты ДВКшник. Это из этой серии, понимаете? И он, и не он это не сможет доказать, и вы не можете доказать. Это нет юридического доказательства, которое суд обязан и должен принять. Нету. Ходить с голубыми шарами, ну извините, но и все ходят с голубыми шарами, особенно на праздниках. Ходить, обвинили вот трех женщин, что у них флажки Казахстана нашли, ну это государственный флаг Казахстана. Но потом ДВК все время, в частности, я заявляю, и Жанна тоже, мы говорим, что ДВК мирная организация, мы говорим о смене режима законными методами, выходить на митинги, но митинги, они разрешены по Конституции. Мы не говорим о свержении режима. Кто-то неосторожно применяет это слово, ну, я думаю, что это просто люди не понимают. Вот два дня назад я встречался, ну, меня пригласили на день рождения жены, Тургумбай Ержана. Он приехал в Париж, и у его жены был день рождения, он меня пригласил, я, конечно, принял его приглашение, поздравил, мы посидели, пообщались. Я, для меня было важно просто впервые увидеть человека и просто понять, что же он из себя представляет, и в кругу семьи, конечно, это легко, скажем, сделать выводы. Вот. Но в конце он неудачно сказал, что вот мы вместе, чтобы свергнуть режим. Я думаю, что он просто не улавливает разницу. Он говорит, что это одно и то же. Сменить режим и свергнуть. Нет. Свергнуть – это речь идет… Это насилие, там, любой формы. Мы все время подчеркиваем. Более того, все те, кто в чате или пишут, что надо применить силу вооруженным путем и так далее… Вы знаете, модераторы все время получают по этому поводу инструкцию, делают первое предупреждение, пишут комментарий, что мы говорим только о смене мирной, используя наши конституционные права. Если кто-то будет настаивать, мы воспринимаем это как провокацию и блокируем. Более того, это я делал публичное заявление, каждый раз заявлял. Поэтому у органов так называемых юстиции, КНБ и всех прочих, у них нет никакой юридической зацепки, они никогда не найдут в моих словах призывы к насильственным действиям. То есть у них нет вообще никаких инструментов объявить ДВК экстремистской организацией. Вот, собственно, вот такая ситуация. Вот. По международным договорам. Ну, по вопросу мы подняли, Мухтар Кабулович. Мы не являемся членами ДВК. Как вы сказали правильно, что у нас никаких механизмов нет юридических для того, чтобы обозначить это членство. Мы просто активные граждане, которые хотят выразить свое конституционное право, выразить свое мнение по текущей ситуации. Когда мы участвуем на вот таких вот митингах, реализуем свое конституционное право на собрание, то нас многих, некоторых задерживают и под камеру вот эти вот разъяснения зачитывают, что есть экстремистская организация, есть ДВК. Хотя даже будучи мы не юристами, мы понимаем, что никакой связи здесь нету. То есть логической цепочки тоже здесь никакой нету, очень сложно доказать. Поэтому у нас была, как бы, может быть, мысль, поэтому, может быть, нам внимательно ознакомиться с этой резолюцией Европарламента, может, она нам что-то откроет. Но, ну, в принципе, вы нам все раскрыли. Мы опубликуем его. Я могу сегодня выставить еще раз его. По поводу... мы недавно на видео по поводу запрета ДВК. Тут наш Нурсултан Назарбаев, было такое видео, где он говорит в открытую: мне импонирует ДВК своей приверженностью к экономическим и политическим реформам. Ее надо считать партнером правительства. Это слова Нурсултана Назарбаева. Вот. И это видео многие видели. Вы знаете, когда это он сказал? Да, конечно, это было давно, но просто когнитивный диссонанс. То есть раньше он говорил, что это партнер правительства, а после этого, спустя какое-то время, он считает эту организацию экстремистской, поэтому нам было интересно знать, почему у него вдруг мнение поменялось, у Нурсултана Назарбаева. Но за 30 лет его правления нужно понять, что если Назарбаев, как тот самая известная поговорка есть, если что-то сказал мулла, сделай с точностью до наоборот, да? Есть такая поговорка у казахов. Так вот,
пример жизни Назарбаева показывает. Если Назарбаев что-то сказал, значит, он врет. Ну, например, он говорил перед каждой девальвацией. Да. Я вам говорю, берите кредиты, все будет хорошо, никакой девальвации не будет. Раз девальвация. Второй раз тоже сам повторяет. Или он в феврале этого года сказал, никаких досрочных выборов не будет. Я в отставку не пойду. Выборы, все будет в конституционные сроки. А конституционные сроки, как он сказал, в 2020 году. Это он выступил в феврале. 19 марта, 19 часов. Видите, как он так, скажем цифры. Так, верить потусторонние силы и все прочее. Вот. Да, и он выходит и заявляет, я ухожу. И до этого он говорил, никогда мои дети не будут занимать высокие государственные посты. Я, еще он в 99 году заявил, я уйду, отработаю все по Конституции, как срок мой выйдет, а у него срок вышел буквально через год. А он, это в 2000 году, да, срок вышел. А он после этого уже 19 лет до сих пор находится у власти. Я к чему все это говорю? Он говорил, что его дети не будут во власти, второй человек государства, спикер парламента Дариган Назарбаев. Он говорил, что девальвации не будет, их было куча. Я с ним работал в правительстве, я не мог понять, как это можно такое допустить. Он говорит, так, надо сказать, что девальвации не будет. Это было, девальвация у нас в апреле 99 года произошла. Мы к девальвации готовились 3 месяца. И мы все это сделали настолько безболезненно, людям вклады компенсировали и так далее, потому что мы несколько месяцев тщательно готовились. И он все время говорил, девальвации не будет, девальвации не будет. А я говорил, а как это, мы же, она же будет. Как это так? Да ладно, какая разница. Сказал, забыл, пошли дальше. Поэтому у него, знаете, его слово ничего не стоит. Он сегодня что-то сказал, надо сразу для себя решить. Он врет. Он врал 30 лет, поэтому его слово вообще ничего не стоит. Понимаете? Поэтому, если говорить, возвращаться к тому, что он сказал 25 января 2002 года, что ДВК – это партнер, с ними нужно сотрудничать. Почему он это сказал? Он был напуган, потому что, по-моему, 21 января прошел митинг в ДВК, и где-то пришло, вот около кинотеатра «Сарарка», пришло около 8 тысяч человек. Нам дали 1 час на проведение митинга. Об этом я узнал во вторник. Мы митинг провели, если не ошибаюсь, по-моему, в воскресенье. То есть фактически было дано несколько дней, чтобы успеть организовать митинг. Но тогда я был владельцем телевидения ТАН в Алмате. У меня был бизнес, и мы мгновенно дали мощную рекламу, как в бизнесе товар, когда продвигаешь. Мы дали рекламу, и 8 тысяч человек пришло на этот митинг. Притом мы были окружены полиции, ЧС, кидали яйцами, говорили, что там бомба, люди никуда не шелохнулись. И он был напуган, и он мне звонил, говорил, что ты делаешь. За организацию митинга я отвечал, и вот я думаю, что мне удалось это провести на высоком уровне. Он был напуган, ну, с учетом того, что он знал, что я финансирую, он именно ко мне апеллировал, мне звонил. Говорил, что я же не могу себе руку отрезать. Это его родственники были во власти. Мы требовали, чтобы они ушли в отставку. Как же так? Вот у меня дочь, зять, я же не могу их выгнать. Я не могу себе правую руку, левую руку отрезать. Он мне так говорил по-казахски. Типа, мы же казахи, родственники наши должны быть. Он был сильно напуган. И накануне вот этого совещания он встречался со мной. И убеждал меня, говорил, выбирай любую должность, которая тебе нужна. Я говорю, мне должность не нужна. Что тебе нужно? Нефть, газ, бери, что хочешь. Я говорю, ну, я сам заработал, вы это то, что я заработал, хотите отобрать, а тут бесплатно что-то дадите, тем более заберете. Мне ничего не надо, я сам заработаю. И вот мы 4 часа с ним разговаривали, он был напуган. А накануне до этого к нему пришли его люди из администрации президента, сказали, что Мухтар Аблязов Кастане подтягивает 10 тысяч отрядов самообороны. А, оказывается, я об этом зашел к нему, как раз это было в ноябре 2001 года, буквально через полтора месяца, через меньше, чем через месяц, как мы объявили о создании ДВК. И мне помощники Назарбаева подходят, говорят, он напуган.
Он считает, что ты войска подтягиваешь, отряды самообороны, и что хочешь его свергнуть. Я, конечно, посмеялся, потому что мы собирались всегда действовать только конституционно, партии создавать, все прочее. Оля. Ну, я, представьте, я просто вам преамбулу это рассказываю, чтобы вы понимали его страх. Вот я захожу, первый вопрос. Ты что, хочешь меня свергнуть? Ты гражданскую войну хочешь? Вот смотри, меня шахтеры поддерживают, подписи мне показывают. Вот меня афганцы поддерживают, тоже подпись показывают. Но я смеюсь, говорю, мы все родом из Советского Союза. Мы знаем, как трудящие подписывают телеграммы. Кормедкомбинат – ваша собственность, вы поддержите его под контролем. Там другие предприятия, Павлодарский алюминий и так далее. Это Машкевич, это ваша собственность. Дали команду, они там нарисовали. Я говорю, в бизнесе работаю. Хотите, я вам за 3 дня 100 тысяч подписей соберу? Он говорит, нет, не хочу. Я говорю, тогда вы мне эти бумажки не суйте. Давайте все делать нормально. Мы занимаемся нормальной политической деятельностью. То есть он до такой степени был напуган, что он считал, что мы его хотим военным путем сместить. И поэтому 25 января он на совещании акимов, областей, районов там и так далее был потерянный. Он не знал, что делать. Поэтому он как бы делал обманные движения, как обычно. Как он говорит, девальвации не будет. То есть он говорит, ДВК надо поддержать, надо вместе. А параллельно говорит, откуда у них там ресурсы? Как это 8 тысяч человек там или какое-то количество вышло на митинги? Наверное, они там провокации занимались. То есть он все это так провел, вышел, вызвал МВДшников, дал поручение и комитетчиков начать преследовать. Они приняли законы, что оружие нельзя использовать охранным службам. А в то время можно было автомат Калашникова использовать. Мы все были вооружены. У нас служба безопасности, охранные службы там были минимум по 1000 человек, они все были вооружены автоматами Калашникова. Что он сделал? Принял законы по ЧС, изъял это оружие, заменил на гладкоствольное. Несколько месяцев такие действия сделал, потом произвел арест меня 27 марта 2002 года, через 2 месяца после этого заявления, что с ДВК надо дружить. И через неделю там они значит, начали арестовывать Галымжан Джакиянова. Поэтому здесь по поводу Назарбаева, его заявления никаких иллюзий не должно быть. Он это сделал напуганный, чтобы как бы обмануть людей, сказать, что я поддерживаю. Параллельно дал команды спецслужбам, чтобы начался вот процесс прессинга, преследования, поменяли законы, и когда он все это сделал, он произвел аресты. Поэтому здесь не нужно обманываться. Его слова вообще ничего не стоят. Он, Назарбаев, часто говорил в свое время, что вначале политика, потом экономика. Это его было кредо. Мы видели видео, вот, благодаря YouTube, распространению этого YouTube, те видео архивные. Вы молодой, ну вы сейчас молодой, ну вам было 38 лет, и вы уже обозначили, что такие вопросы в 2002 году, что нужно вводить избираемость акимов. Нужны свободные независимые суды. Мы просто участвовали в поддержке вот, многодетных матерей на судах. Мы их поддерживали и видели, как адвокат активно выступает, как адвокат аргументированно защищает и показывает безосновательность обвинения. Какая, даже мы, будучи юристами, не юристами, а вернее просто обывателями, понимали несостоятельность обвинения со стороны прокуратуры. И мы для себя сделали выводы, что у нас нет свободных судов, то есть судьи у нас зависимы от исполнительной власти. Но вы уже в 2002 году уже об этом говорили, что должны быть свободные независимые суды, должны быть независимые СМИ, должна быть избираемость акимов. Это, вам было 38 лет, это было 17 лет назад. Вот. И мы сейчас немножко сокрушаемся, думаем, в принципе, что было бы, это, конечно, сослагательное наклонение, но как вы считаете, что было бы, если бы вас тогда поддержали вот именно вот эти вот инициативы, избираемость акимов, свободные независимые суды и независимые СМИ в 2002 году. Что было бы сейчас в нашей стране, если бы эти инициативы были поддержаны со стороны народа? То есть ваши инициативы были бы поддержаны? Я как физик, математик, это сослагательство. Меня часто критикуют, но люблю точность и четкость.
В части точности я скажу так. Мы заявили о создании ДВК 18 ноября 2001 года. То есть 18 лет назад. Не 17, а 18 лет назад. И сразу же вышли на пресс-конференцию, это было воскресенье. Мы вышли специально на экстренную пресс-конференцию, когда в воскресенье все отдыхают, пресса не работает. Но тем не менее пресс-зал был забит битком. Так вот, мы тогда сразу заявили вот все то, что вы сейчас озвучили. Не в 2002, а в 2001, 18 ноября. Это независимая судебная система. Мы тогда говорили о президентско-парламентской республике. Сейчас я говорю о парламентской республике. Это я стал озвучивать с 2010 года. Но тогда мы говорили президентско-парламентская. Мы не хотели идти на конфронтацию с Назарбаевым. Мы хотели провести путем дискуссий, путем партийной борьбы, изменений в законодательстве. Это вот, собственно, как сейчас подставные партии типа Мамая заявляют, что мы пойдем в парламент, там еще куда-то сделаем. Мы этот путь прошли давно. Это называется 10 раз наступить на одни и те же грабли. Так вот, мы тогда заявили, и судебная система, и выборы акимов должны быть. Почему? Потому что тогда, когда народ контролирует власть, он влияет на власть, значит, если власть будет принимать неправильные решения, то народ может исправить ошибку, если он увидит, что неправильно. А сейчас аким не зависит от народа, судья назначается Назарбаевым, аким и Назарбаевым, депутаты, партийные выборы через Назарбаева, он представитель партии Нуротан, никого не допускает. И к чему это приводит? Формируется такая монопольная власть на все. Суды, они не работают, потому что все по команде Назарбаева. Акимы, они могут плевать, нет диверсификации экономики. Мы одежду, обувь, самую элементарную зубную щетку или там что-то, вообще ничего не производим. Почему? А зачем им нужно? У нас есть какие-то позиции, нет, газ, все прочее. Им хватает, ну народ там шметки бросили, пусть терпят, ну тем более молчат. Поэтому мы понимали, как люди, которые достигли больших успехов как в бизнесе, так и в политических реформах. Кто-то был акимом области, кто-то был вице-премьером, министрами. То есть мы очень хорошо понимали, как вообще должно быть построено. Притом это не открытие Америки, это так построен весь мир, передовой мир. Америка, Европа, выборы на всех уровнях власти. Акимы районов, городов, населенных пунктах избирает народ. А раз народ прямо участвует в управлении, значит что? Значит, он говорит, так, у меня здесь можно построить такой завод, там же бизнесмены, люди, им нужно какое-то решение, землю выделить, под коммуникации. Вот я в 2008 году летал в Германию и был поражен. Земли у них дешевле, чем в Казахстане, где население живет больше 80 миллионов, и территория во много раз меньше, чем Казахстан. Подведены коммуникации, вот стоит поле, там трубы уже подведены. Приходишь, корпус ставишь, уже все включаешь, и что, за это платить не надо. А у нас здесь взятка, за подключение взятка, за то, чтобы ты присоединился к теплу, тебе, на тебя, там должен заплатить, здесь взятку должен заплатить. И, конечно, бизнес не развивается. А если бы народ влиял на власть, он бы принудил, сказал бы, вот здесь мне нужен хлопковый завод, здесь мне тканевый, вот Южный Казахстан, правильно? А сейчас они будут говорить, петиции писать, куда они пишут? Акиму, аким плевал на них. Президенту, да до него там тысячи писем доходит, сразу не раскидывает по министерствам и там тонет. То есть, когда единственная такая горловина существует, на конце стоит один человек, народ никто не слышит. Поэтому мы говорили, что должна быть выборность акимов. А пресса почему должна быть свободная? Чтобы пресса показывала, этот украл, они к нему в спальню залезли, под спальню, под кровать залезли, обнаружили там, что там он держит тонны денег, правильно? Где отдыхает, какая яхта, какой самолет. Когда вот такое, такой инструмент есть, публичный, тогда коррупции будет по минимуму, потому что они будут знать, что за ними бегает пресса. Потом они знают, что судье никто не может позвонить, что его все равно посадят. А следователю никто не может позвонить, потому что по закону он следователь независимый. И он проведет следствие и докажет, что ты украл. И тебя никто не спасет. Тогда люди начинают жить по определенным правилам. Вот как мы на светофор переходим, знаем, что если ты на красный пошел,
тебе там щелкнула камера, тебе штраф прислали домой. Ты стоишь. И вот, вот такие правила, они регулируются в мире независимым судом, независимыми средствами массовой информации, выборами акимов всех уровней и парламентом, который избирает народ. И вот мы это хорошо понимали тогда, в 2001 году, поэтому вышли с такой программы. Мы видели, что страна в опасности. И все наши заявления о том, что ожидает нашу страну плохое будущее, они реализовались. Вот. И когда вы сейчас задаете вопрос, а что же было бы, если бы Назарбаев прислушался, да, он упустил исторический шанс, я считаю. Он мог действительно остаться, вот как Джордж Вашингтон, в памяти народа, как отец нации. Его бы даже, если он какие-то его родственники или он сам какие-то до этого нарушения делал, его никто бы не преследовал, сказали, ну это вот болезнь роста, что называется, правильно? А он что сделал? Устранил тех людей, которые продвигали курс. На самом деле они его могли спасать таким программой. У меня был с ним разговор, я ему говорил, слушайте, вы что хотите быть над всем? Так не бывает. Завтра вы уйдете, все равно уйдете. Я ему говорил, когда ему было 60 лет, в 2000 году, еще до выхода в ДВК, до создания ДВК. У меня в феврале 2000 года был с ним разговор длительный. Он меня уговаривал вернуться в правительство и отказывался, потому что я считал, что я не могу поддерживать коррупционный курс, который он развивает. И тогда я им открыто сказал, вы уйдете. Ну, видите, ему сейчас уже почти 80, уже 19 лет прошло. Вы все равно уйдете. И вопрос, как вы уйдете? Будут ли ваши родственники нормальными гражданами? Они будут богатыми. Даже богаче, чем то, что вы хотите сделать, украв у народа. Я ему говорил в 2000 году в его кабинете. Я ему говорил, что единственный курс, это либерализация, политическая либерализация, идти по стандартам мира, тогда у вас не будет никаких проблем. А если вы будете продолжать курс, вы плохо кончите. Плохо кончите. Вот такой был разговор. Конечно же, если бы он прислушался, он был сейчас действительно был бы как Джордж Вашингтон, и наша страна была бы покруче многих восточноевропейских стран, а более того, я даже думаю, была бы на уровне ведущих стран Европы, типа Франции, Германии, ну Германии вряд ли, но скажем, средних европейских стран. Потому что вот пример Эмиратов Дубая показывает, и не только, Сингапура, самого Китая. За 20 лет страна делает гигантский рывок. У нас на все это были ресурсы. Нефть, газ, металл, они сейчас есть, они нам достались от наследства Советского Союза. Мы вообще жили бы в другой экономике, и политическая система, в первую очередь, была бы другая. Действительно, наши права были бы защищены, мы бы не думали. Вот я здесь во Франции кому-то скажу, что ты пошел на митинг, а тебя там арестуют. Он не понимает, как это возможно. Не понимает. Это вот вы сейчас на улицу выходите, и вам кто-то подойдет и скажет, ты сейчас не выходи, на тебя там сверху там солнце упадет. Ты покрутишь у виска, скажешь, ты больной что ли? Так и французы тоже. Они не понимают, как это он пойдет на митинг, а его арестуют. Это невозможно. А если вдруг президент страны скажет, ну-ка там судья прими такое решение, я думаю, что в лучшем случае он день продержится. Его просто снесут. Сразу выйдут сотни тысяч людей на тракторах, говнометами, обольют сначала все эти здания, как они делали недавно, и снесут просто всю власть. Понимаете? Вот как устроено общество. Активное. Они сразу реагируют. Поэтому, когда кто-то говорит, что политика, экономика первая, политика второе, это ерунда. Вы же, чтобы какое-то решение принять, извините, даже пойти поесть, вы сначала сидите, думаете, так, что я хочу съесть? Вообще, хочу ли я есть? Потом вы понимаете, что хотите есть, и принимаете для себя политическое решение. Пойти на кухню, сделать то-то, то-то. И после этого идут действия. Поэтому не бывает такого, что политика вторична, а экономика первична. Нет, ты сначала решаешь мост построить, потом ты его проектируешь, потом ты находишь на него деньги, финансируешь, и начинается действие. Политика всегда первична. Вот вся наша жизнь – это политика. Понимаете? Да. Поэтому вот, ознакомившись вот с этими инициативами, вот мы сейчас с ними очень близко соприкоснулись. Это вот избираемость акимов. Мы видим, что Байбек приходит, потом ставит там белку, какую-то соломенную, да, там с кучу денег. Потом он захотел 200 миллиардов построить в этом... Кокжайляр, да?
А, Кукжиалиев хотел проект. Это вот вопрос избираемости акимов. Вопрос независимых судов, это вот то, что мы столкнулись. Еркин Казиев, это Булатхан Жунусов, это вот многодетные матеря Оксана Шевчук. Мы сейчас с этим соприкоснулись, что у нас нет независимых судов. И независимые СМИ, ну, что уж тут говорить, тут хабар полностью, никаких у нас независимых СМИ нету. К сожалению, мы только сейчас с этим соприкоснулись и понимаем, насколько они актуальны. И когда я понимаю, что эти инициативы были еще озвучены в 2002 году, и мы потеряли из-за этого... 18 ноября. А в 2001 году, и мы потеряли 18 лет... Нет, нет, вот именно если бы эти инициативы были бы в 2001 году были воплощены в жизнь, то сокрушайся, что это как бы потерянное время, упущенное время. И когда деле, анализируешь, ради, думаешь... Ребята, понимаете, мы тогда работали в правительстве в 98-99 году. Я помню, я только пришел в правительство в мае, в конце апреля 98 года. Я уже в мае встретился с Назарбаевым, сказал, что нам нужно изменить все. Бюджетная система, нам нужно выбирать акимов, нам нужно, чтобы доходы от областей в определенной пропорции делились. Сейчас же все отбирается. И тогда это приведет к развитию регионов. Они должны, как в бизнесе, заинтересованы зарабатывать. Заработал, тебе такой-то процент гарантированно остался. И тогда регион начинает развиваться. Это было сказано еще, вот, лично мной еще, в 98-м. И группа молодых тогда министров, мы все тогда говорили, внутри, находясь в правительстве, пытались на него повлиять. И когда все это в итоге, наши предложения, даже частично, как и некоторые, если и были приняты, в целом не принимались. Мы тогда ушли, я в частности ушел, отказавшись с ним работать, сотрудничать. И все эти идеи 20 лет назад были озвучены Назарбаеву. А они несложные. Мы Америки не открывали, они в мире уже существуют, и поэтому да, они развиты. Почему мы именно об этом с вами говорим? Не потому, что мы сторонники ДВК или там члены, как уже говорили, а потому что именно вы... Один, кто озвучивал эти инициативы, ни один другой политик про это не озвучивал. Поэтому нет, здесь вы ошибаетесь. Здесь вы ошибаетесь. Озвучивали не только я один, это ДВК нас было много в ноябре 2001 года. Потом были такие так называемые конструктивные оппозиции. Это, знаете, вот как нынешний ДПК, который говорит, пойдем в парламент. Это был Акжол. Там был Булат Абилов, Ураз Жандосов, тоже Алтынбек Сарсенбаев, которого убили. Позже, он, правда, в 2004 году был. Они тоже это все озвучивали. У них в программах было написано. Просто мы в ноябре 2001 первые сказали, а дальше это все время говорилось, все время. Ну, на мой взгляд, почему эти инициативы не воплотились в жизнь, потому что было слабое гражданское общество, и люди вас не поддержали. Люди были куплены какими-то кредитами, ну, неважно, какая нет, причина, просто... но мне кажется, не было поддержки, массовой поддержки этих инициатив. И я, вот, переходя к следующему вопросу, что вначале экономика, а потом политика, или вначале политика, потом экономика, многим, вот, особенно ребятам из среднего класса, пытаюсь объяснить, что есть прямая корреляция, прямая связь между гражданской активностью, то есть политикой, и экономическим благосостоянием экономики. То есть вы могли бы тоже, вот как вы, ну, донести, насколько это важно для экономического благосостояния людей, именно гражданская активность населения? Ну вот смотрите, вот есть, я пример приведу с последними известными решениями Токаева и правительства, да, о списании 300 тысяч тенге. Вот сидит себе Токаев, президент, сидит премьер-министр правительства. Но извините, какого бодуна они принимают такое решение. Вот сами по себе, а давайте мы спишем кредиты. Они такие добрые, думают о народе. Всегда же это вот организм как устроен. Тебя здесь ударили, тебе больно. Или ты там до чего дотронулся, тебя жгло, обожгло. Обратная связь должна быть с народом. Поэтому обратная связь – это гражданская активность. Люди активные. Вот матери ходят и говорят, вот нам плохо. Пикетируют, давят на власть. Тогда власть понимает, сейчас мы здесь упремся, нас снесут. И начинает там какие-то решения принимать. То есть, ну, в итоге же приняли закон, так называемый АСП, адресной социальной помощи. Все-таки, когда, правда, правительство услышало или учло, выяснилось, что около 2 миллионов... 20 секунд осталось ограничение.
Давайте мы сейчас перезвоним. 15 Хорошо. Секунд. Да, оборвется ограничение, и опять наберем, чтобы продолжить. Хорошо, да, тогда, может быть, на секунд 30 прервемся, я отойду. Енді кімге жібердім ба? Қандай? Жанна, ссылкасын. Мен. Жакупов канатты. Запишу. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бізде бүгін сағат кешкі 10-да Алматы уақыты бойынша бізде тікелей эфир өтеді. Мұхтемо меселеді. Белсенді кісімен. Қазақстанда жерлерге шығады, бекеттерге шығады. Сол кісімен бізде тікелей эфир болады. Қалайсында кел, Жинес Күрүш, Мұхаммед, Кейзи, қалайсында жігіттен. Ну ты не сейчас соскочишь, потому что столько просмотров же там будет. Он сейчас ко мне войдет. А кто там следит за Мухтаром? Нет, как он сюда нет, войдет? Нет, нет, Оксин, мы узнаем страницу с накуровируем. Нет. Оксин, работа окей, дед, вон. Қарытағы да мұнақпын. Ой, эфир хороший. А? А что, откуда вы смотрели? Разве там прямой эфир тоже, да? Вы подключились, да? У него тоже это Инстаграм. А вы смотрели, да? Да, да. Просто обвязан на Инстаграм. И сколько уже просмотров? Так, смотрели 486. Просмотров, да. А вчерашний сколько просмотров? Просмотров, да? Ну это зрители, это кто вот сейчас вместе смотрит, у кого время зашел, вот, а так не то зашел, а так очень больше. Ну, макет... Канатка хосуд наш, Ниге, прямой фирма. Жакупов, канат. Аян Бакир деген кому? Дайте ссылку. У МК нет. Жду, жду. Ай, Жазов. Канат Жакупов. Жакупов канат. Класс студио, да. Зачем КИЗ этот напить? Вот джойнт. Вот я зашел. Вот. Все. Постума. И уэйф Мухтар Аблязов. Правильно сейчас он подключится. Айдос Айдарулу Джойнт, Уэйв. Там ограничение включилось. Сейчас. Закончилось. Скажешь, что это загнали, что ли? Что тебя резко прерывает. Свет встань. Я извиняюсь за технические неполадки, но только у нас связь с интернетом, поэтому немножко... Это у вас за интернета такие происходит. Проблемы или у вас просто персонально аккаунт ваш ограничили? Из-за чего у нас это произошло? Не знаю, там скачивать. Но мы разберемся, из-за чего. Мухтар Кабулович, я понимаю, времени у нас не так много. Хотелось бы продолжить вопрос, для нас очень важный и интересный. Мы вот немножко вот с 2001 года вот эту как бы тянем, логическую цель, да, что вот избираемость акимов, свобода, независимые суды и независимые СМИ, вот, потерянное время не получилось, эти инициативы не получились, потому что не было поддержки со стороны общества, было слабое гражданское общество, вас не поддержали, ваши инициативы и ваших ну, продвинутых каких-то людей. И сейчас мы пришли к выводу, что все политические инициативы, они требуют определенной активности гражданского общества. И мы пытаемся как-то объяснить, что есть прямая связь между гражданской активностью и их экономическим благосостоянием. То есть многие, допустим, из среднего класса, вот мое окружение, ребята, они говорят, надо заниматься работой, надо заниматься своим бизнесом. И вот нечего заниматься политикой и всякой чепухой, на это время терять. Хотя если вот все проследить, есть прямая связь между состоянием их кармана и то, что происходит в политике. Поэтому вот вам вопрос, какая связь между гражданской активностью и экономикой, развитостью, степенью развитости экономики?
Вот я показывал пример, когда матери вышли на протесты, в итоге правительство было вынуждено принять закон, так называемый адрес социальной помощи, и под эту помощь попало 2 миллиона человек. И там порядка 20 тысяч тенге на каждого члена семьи, если прожиточный минимум этой семьи меньше определенной суммы. Смотрите, вот они проявили активность, и 2 миллиона человек получили помощь. Теперь посмотрите дальше. Ну вот правительство, я приводил пример, когда Токаев и так далее списывали 30 тысяч тенге. Почему не списывали? Потому что мы организовывали митинги, требовали списать все потребительские кредиты и ипотечные займы на квартиры стоимостью до 30 миллионов тенге. Были митинги, выступления, и Назарбаев, он боится потерять власть, и поэтому говорит, вызывает правительство, говорит, слушайте, давайте мы там что-то там такое сделаем, как бы пар припустим. Пожалуйста, 300 тысяч тенге списали, да? Порядка, по-моему, 500 тысяч человек это затронуло. Это было, в первую очередь, связано с именно активностью людей, которые выходили на митинги. Митинги требовали списать. Ну, возьму простой пример. Вот автомобилисты, да? Сейчас зашли в таможенный союз. И там эти утилизационные сборы, все прочее. И получается, вот этот старые машины российские, да? Ну, старые технологии имеется в виду. Которые быстро, эти машины ломаются, некачественные, все прочее. Вынуждены покупать по высоким ценам. Получается, что импортную западную машину купить за несколько тысяч долларов дешевле, и она лучше работает, более качественная, там за пару тысяч можно купить, там десятилетние даже да, такие, да, и они все равно лучше, чем эти новые российские. А получается, наши автомобилисты неактивные, вообще люди, которые хотят приобрести автомобиль, они бы объединились, вышли бы на массовые митинги, и мы бы сразу бы этот вопрос решили бы, сразу бы получали бы дешевые автомобили. Правильно? Это же влияет на вашу жизнь. Вы покупаете плохие автомобили, некачественные, ломаются, торчите в этих ремонтных мастерских, по любому поводу, еще и машины старье некачественные. Это касается всего. Эти пошлины, налоги. Люди должны, когда активно действуют, тогда правительство вынуждено пятиться. Нам зачем этот таможенный союз, так называемый, России? Зачем? Это только привело к тому, что нам многие товары стали для нас дороже. У нас экономика ухудшилась, у нас торговый баланс ухудшился. Мы стали больше импортировать из России, а не из других стран. Понимаете, из Европы. Мы стали от этой страны больше зависеть. И так доля, так называемой евразийском сообществе, доля России 93%. Это абсолютная монополия во всем. Понимаете? Поэтому, или вы начинаете говорить, что выдвигать еще какие-то требования. Любые. Вот хлеб поднялся, цены на мясо. Опять люди объединяются и говорят, почему так? А почему все это происходит? Потому что монополии. Потому что узкая группа игроков, они между собой договариваются, поднимают цены, и это бьет по вашему карману. Чтобы этого не было, что вы должны выдвигать требования правительству, говорить, что должна быть конкуренция, демонополизация. Они начинают конкурировать, и цена резко падает. Когда монополия, тогда цены повышаются. Это политическая ситуация. То есть, если люди не занимаются активной политикой, не проявляют свою позицию, вас каждый день это правительство душит. Мусор на улицах, дороги не ремонтируются, медицина плохая, образование цены растут. Хотя в Европе, как правило, образование бесплатное. И она у нас тоже была бесплатная. Это же прямо по карману бьет. Если ты пассивный, ну тогда ты будешь не иметь жилье, процентные ставки будут очень высокие, дороги будут плохие, цены на топливо, помните, в прошлом году, по-моему, осенью, гигантские очереди были. Почему, опять же? Потому что это контролирует Тимур Кулибаев, зять Назарбаева, создал монополию, не завезли в нужное время, очереди создались, все вынуждены были по высоким ценам покупать бензин. А если бы люди вышли на улицу и говорили, убери своего зятя Назарбаев, давай открывай рынок, демонополизируй, чтобы бензином занимался не только твой зять, но и кто хочет, тогда бы цены опять упали и не было бы очередей. Это же и угля касается. Мы производители, самые крупные производители в мире угля. На душу населения мы производим угля больше всех в мире. Понимаете? Никто столько не производит на душу населения. Что получается? Опять же, 2 года назад, помните, какие очереди были? Цены на уголь высокие. Почему? Потому что уголь добывают компании Нурсултана Назарбаева. Карметкомбинат «Арселор Миттал» – это его собственность, они вместе с «Миттелом» собственники.
уголь, который добывают в Экипастузе, там Машкевич и другие, вот в основном он контролирует. Самру Казана там разрезом богатырь владеет. Так, извините, там его родственники сидят, контролируют все государственные активы. Они вынуждены, точнее, они заинтересованы поднять цены, монополизировать. Вам вот, пожалуйста, уголь по более высокой цене, чем вы могли бы купить. Бензин по более высокой цене, хлеб по более высокой цене. Это все связано с вашей пассивностью, именно гражданской пассивностью. А тут раз изменилось, собрали людей, вышли и говорили, нет, так не пойдет, ребята. Мы требуем, чтобы все это было демонополизировано, чтобы были справедливые цены. Когда тысячи людей выходят на улицы, они все уже боятся. Уже прекращают воровать, прекращают вот так вот нагло себя вести. Или вот списывать кредиты. Сами бы они никогда не додумались, если бы люди не вышли на митинги. Сами они никогда бы не дали бы материальную помощь, АСП так называемые. Потому что поняли, сейчас их накроет волной. Поэтому вы правы. Эта гражданская активность напрямую зависит. Напрямую зависит, как ваш жизненный уровень, как все меняется. Если вы активны, все поменяется. Но не так, чтобы единицы были активны. Именно десятки, сотни, тысяч. Когда все меняется. Понимаете? Продолжение этого вопроса. Понятно, что мы все понимаем, гражданские активисты, от слова активисты, что нужно проявлять гражданскую активность, и мы ее проявляем. И вот этот страх мы преодолели, мы, по крайней мере, у нас меньшинство. И мы понимаем прямую связь, корреляцию между состоянием нашего кармана и благосостоянием, и нашей активностью гражданской. Но вот этот какой-то есть рубеж, который необходимо преодолеть. И это вопрос, наверное, больше к социологу. Вы человек, представитель точных наук, физика, математика. Это вопрос больше к социологу. А в чем проблема? Почему в Казахстане такая пассивность населения? То есть, это что у нас разные ДНК между немцем и казахом? Или что американец, ДНК американца, там у него другое, чем у ДНК у казахстанца? То есть с чем связано, что во Франции, в Армении, в Грузии высокая политическая активность, высокая политическая культура, даже в странах бывшего СССР, где у нас одинаковые условия были водные, да, Кыргызстан рядом находится. Кыргызы раз захотели вот этот быстрый этот, как бы, протест, ну, по отношению к власти, нету такого, что власть у нас небожители, то есть никакого страха нету. А в Казахстане это происходит не с той скоростью, с которой бы нам хотелось. В чем разница, на ваш взгляд? Ну, знаете, Европа тоже жила в диктаторских режимах, и известные французские революции 792 года и все прочее, они рубили головы своим королям. Это все было. Тогда люди поняли, что их активность меняет их жизнь. Собственно, так была установлена республика, в конце концов, во Франции. И Америка тоже. Она... Там тоже же был рабовладельческий строй, был все прочее, авторитарные модели управления. Было все это. Но когда люди осознали, что от их активности меняется все, они стали активными, и все поменялось. Вся Европа именно после, особенно Второй мировой войны, там же много было, в Румынии там король был, там царь был, да? Ну или там после Первой мировой войны здесь были гигантские империи. Кайзер был в Германии, Австро-Венгерская империя. Везде были системы именно авторитарные. После того, как все это распалось, люди осознали, что такой принцип управления приводит к войнам. Ну, например, вот сегодня в авторитарной стране, если глава государства решил, что война вот, с соседним государством, он сам принимает фактически решение, парламент просто голосует. Это видимость, что парламент. И началось. А что в демократических странах? В демократических странах это все решается через парламент. Только парламент начинает принимать решение, что в соседней стране объявим войну, миллион людей выходит на улицу и говорит, эй, ты депутат, хочешь, иди воюй, на тебе винтовку, беги туда. А мы не пойдем. Мы люди мирные, мы хотим, чтобы все было хорошо, никакой нам войны не нужно. Почему в демократических странах не бывает войн? Потому что там народ решает. Народ, он в целом устроен так, он не хочет войны никакой. Он хочет мира, нормально жить. А какой-то авторитарный правитель, он считает, о, у меня государство сильное, а вот этот маленький, дай-ка я его съем. Сам принимает решение, армию бросил и все. Это тогда... Про казахстанцев, почему у нас скорость маленькая? У нас, я сейчас объясню. Дело в том, что мы все родом из Советского Союза, да, и кто меньше, кто больше, но суть не менялась, мы все были забитые. Мы не знали, что вообще существует демократия, мы вообще не понимали, что это такое, потому что Советский Союз это задушил.
При царе это самодержавие было, тоже было давно. А те страны, которые, скажем, ну, например, взять Балтику, Прибалтику, они в 40-х годах, у них там была демократическая система, просто их Сталин поглотил. Поэтому они не забыли. И люди остались, поколения целые, поэтому они очень быстро оторвались от Советского Союза, принципы управления западные сделали, ушли далеко вперед. Если говорить о Грузии, то это бедная была страна, то есть там нет нефти, газа, вообще ничего нет. Я Грузию очень хорошо знаю. Даже сейчас там во много раз все стало лучше, во много раз свобода, все прочее, конкуренция. Там экономика слабее. Вот люди в целом живут беднее, чем в Казахстане. В среднем в два раза. Только потому, что у нас есть ресурсы, нефть, газ. Только поэтому. Но грузины очень быстро поняли, если они активны, только тогда можно добиться перемен. Сбросили они Шеварднадзе и пришел к власти Саакашвили. Там вообще небывалая активность была. Выборы объявляет парламент. Люди выходят на митинги. Там драки все время шли. Я вот сколько летал в Грузии, в 2005, 2006, 2007 году, постоянно там митинги, демонстрации. И это, безусловно, влияло на их жизнь. Сразу лучшие министры становились, потому что они все время под огнем критики. Понимаете? Если взять Кыргызстан, ну, в стране тоже же ничего нет. Если посмотреть, она запертая. Ну, есть Иссык-Куль, есть какие-то минимальные производственные мощности. Аграрный сектор, в общем, относительно неплохой. Но и сейчас... если вы посмотрите доход на душу населения, ну, она в несколько раз меньше, чем у Казахстана. То есть там, при том всем, что политическая система сильно изменилась, она стала лучше, люди стали жить лучше, но они все равно беднее. Беднее, потому что у них нет ресурсов. И когда люди бедные, когда в холодильнике пусто, они тогда действительно преодолевают свой страх, деваться некуда, семью кормить надо. И вот они идут и берут штурмом власть ту, которая не слушает свой народ. Сейчас там ситуация... Пока есть запас прочности, поэтому мы сидим... Я думаю, что основное было с этим связано, что у нас богатая страна, природные ресурсы, земли все равно много, может, кому-то не хватает, как-то перебивается. То есть доход на душу населения был выше, чем у соседних стран. Вот если наше население поймет, что от их активности зависит прямо качество их жизни и уровень жизни... Они все осознают, пойдут. Первое. Второе, они должны осознать, что именно от каждого из них это зависит. Они как думают, а мы можем отсидеться, он сосед пускай сходит. А у меня там то все отберут, заберут. Даже он у него там, он может бездомный, побьют его, еще что-нибудь. Они не, до конца не осознают, что ты сделал первый шаг. Вот Асхат же сделал, вышел на пикет. Его задержали, кто-то подхватил. Еще. Это уже процесс нарастает. Понимаете? Вот когда наши люди массово осознают, что от их активности изменится все, тогда они будут активными. И вот мы не можем узкой группой, штабом ДВК или вот такими прямыми эфирами только вот разбудить всех. Каждый человек, если он уже осознал, вот вы в частности уже понимаете, вы объясняете другу, соседу, знакомому, те дальше. И через какое-то время это становится массовым пониманием, массовое знание. Ну, история знает, простые примеры, это уже как аксиома. Если идея овладевает массами, это становится движущей силой. После того, как эта идея, понимание уйдет глубоко в народ, обязательно найдутся те самые 3-5% людей, не нужно 100%, 3-5%, которые не смогут дома сидеть. Они скажут, нет, надо двигаться. 5% это миллион человек. Представляете, миллион человек начнут каждый день двигаться, выходить на акции, потому что это правительство, Назарбаев, нашему народу не оставил другого выхода. Парламент фальшивый, президентские выборы фальшивые, акимы не избираются. Он нам не оставил выбора. И когда кто-то говорит, что вот надо создать партию, которую не зарегистрируют, пойти в парламент, куда не пустят, это обман. Эта власть нам не оставила никакого выбора, кроме выходить на акции протеста с конкретной темой. Матерям такое-то пособие, кредиты списать. И когда десятки выйдут... По ощущениям, да. Мухтар Кабулович, по ощущениям, да. По ощущениям, потому что нету таких социологических опросов, чтобы на них опираться, каких-то научных данных. Но по ощущениям, что практически 100% населения не верят в эту власть, что власть... перед народом она себя дискредитировала, и это все понимают.
Но дальше что? Такая как патовая ситуация. То есть, и понимают, что власть себя дискредитировала, и в то же время какую-то активность проявлять, ну, по крайней мере, наше окружение пока не хочет. Поэтому, да, какой-то... Но, ребят, на самом деле, вы просто чуть-чуть оглянитесь назад. Первые серьезные митинги, которые исчислялись несколькими тысяч человек, прошли 1 мая этого года. Это где-то полгода назад, правильно? 1 мая. А до этого были немногочисленные. Вот первый самый митинг мы организовали 10 мая 2018 года, чуть более года назад. Где-то было около 400 человек, по-моему, в Астане, и человек 200 было в Алматы. Ну, какая разительная разница? А посмотрите, 9 июня 5 тысяч человек арестовали, больше 5 тысяч. Это значит, как минимум 20 тысяч вышло. Видите, как они охраняют, окружают места проведения митингов. Вы говорите, нет социологических опросов. Есть у них все опросы. Они прекрасно знают, владеют ситуацией, что население страны ненавидит режим. Поэтому ситуация уже сильно изменилась. Поэтому они вот эти выборы там проводят, взяли подставного человека от оппозиции, чтобы легитимизировать, создать видимость выборов, чтобы хоть как-то более-менее показать, что вот видите, честные выборы, представители оппозиции есть. Власть боится. И вы правы, что фактически вся страна ненавидит этот режим, но так же человек устроен. Допустим, все ненавидят. Это не значит, что все выйдут. Наша задача добиться, чтобы вышли активные. Опять же, это научно известный факт. 3,5-5% люди склонны активно действовать. Это уже во всем мире одинаково, понимаете? Во всем мире. Это цифра единая, потому что так человек устроен. Руки, ноги, голова, там определенные признаки. Поэтому наша задача вот достучаться до этих 3,5%. Ну, 2 года назад вообще невозможно было о митинге говорить. В марте 18-го, да? Марте 18-го года, 22-го, мы первый раз вышли с голубыми шарами. 1,5 года назад, чуть больше полутора года. Вы помните, как лица люди прятали? Шарик поставят вперед, а сейчас открыто выходит. Мы сейчас с вами сидим, открыто разговариваем. Понимаете? А совсем недавно этот же режим просто вырубал. Видел мою физиономию? Сразу вырубал интернет. Правильно? Ну, сейчас тоже где-то вырубает, но все равно мы вот сейчас сидим, разговариваем. А это почему произошло? Потому что и международное давление идет, и внутри народ возмущается. Формируется негатив, и потом всему есть предел. Нарастает этот негатив, потом бам, все прорвало. В какой момент, неизвестно. Но все авторитарные режимы падают неожиданно. Несколько провокационных вопросов. Вы же человек с рыночным складом ума, понимаете, что любая монополия – это нехорошо, это зависимость от одного источника. Провокационный вопрос. Допустим, у вас семейные обстоятельства, и Мухтар Кабулович сказал, все, я ухожу с политики, никакого оппозиционного там, движения, я ухожу, просто, ну, просто устал. А так получилось, что на оппозиционном поле, ну, с помощью ваших каналов или что вы обличаете, ну, ваши сторонники, может быть, или там оппозиционные, они понимают, что других настоящих оппозиционных сил нет. А Мухтар Кабулович ушел в отпуск или просто на покой. И что получается, что кроме Мухтар Кабуловича никого нет? Ну, я думаю, что здесь не стоит заблуждаться. Есть объективные обстоятельства. Объективные обстоятельства у нас в стране плохо, народ ненавидит режим. И поэтому, опять же, как по законам общественного развития, любым законам, обязательно это недовольство должно аккумулироваться. Должны появиться представители, которые транслируют это недовольство, организовывают борьбу. Порождают предложение. Конечно, спрос, как по рынке, спрос формирует предложение. Другой вопрос, что это может быть хуже, медленнее, но это неизбежно. Падение авторитарного режима неизбежно. Роль личности в истории, безусловно, важна. Конечно же, скажем, мое присутствие ускоряет эти процессы, но мы же создали политическое движение. Я там не один. Есть Жанна. Скоро публично вы увидите в публичной политике Булата Атабаева. Очень скоро. И мы, благодаря работе движения, разбудили большое количество активистов. И вы же видите, они на митинге, мы никого не толкаем. Вот женщины, вот недавно целая группа женщин вышла активно. Мы же никого не подталкиваем, они сами двигаются. Сами двигаются. Вот вы, активисты, тоже эти вопросы задаете. Другие тоже есть, и они появятся. Потому что среда, ситуация создалась какая-то неизбежная.
Понимаете? Даже если они меня там, условно говоря, завтра убьют, содержать ничего не изменится. Плюс-минус там, может быть, задержится развитие на год-два. Да, какие-то события будут медленнее идти. Да, наверное, не обязательно к власти придет более-менее, скажем так, подготовленный человек в экономическом плане. Вы понимаете, что я очень подготовлен во всех отношениях. Да, вот в Украине, если посмотрите, я просто хочу Украину привести пример. Зеленский, он не экономист. Он не работал в политике. Но у него есть главное. Есть искренность. Он хочет изменить страну. Даже если он какие-то ошибки сделает, его поправят. Потому что сама система так устроена. Сразу шквал критики. Ему говорят, ты почему пошел направо? Иди прямо. И он это видит. Аргументы, все сыпется. Свобода прессы, свободные люди, свободно ли выходят на митинги. И они его подталкивают. Он находит правильный путь. Даже не будучи сильным экономистом, не будучи сильным политиком, он создался, он, правила игры таким образом сформулированы, что люди его фактически ведут в правильное направление. Если нет, они его сметут. Понимаете? Конечно же, когда к власти придут более подготовленные люди, там, ну, профессионально, экономически, политически, это все очень быстро двигается. Правильное решение, меньше ошибок, меньше шараханий влево-вправо. И я откровенно скажу, я себя вижу именно таким человеком, да, который сделает меньше ошибок, чем меньше, любой другой, который сейчас мне виден. Но даже если меня не будет, все равно придет типа Зеленского человек, все равно придет. Все равно наше общество будет говорить, сюда нельзя, иди туда. И будет подталкивать, и все это изменится. Пусть даже медленно, на год-два, но все это произойдет. Понимаете? Поэтому роль личности, безусловно, важна с точки зрения ускорения, но с точки зрения неотвратимости процессов, мое отсутствие никак не повлияет. Все равно произойдет это все. Понимаете? Большое спасибо. Но, знаете, у меня, кстати, вопрос. Вы мне все время вопросы задавали. Вот мы говорили о том, что как закрыли ДВК, что нелегитимно. Вот мне сейчас интересно, а как они Асхата Джексибаева умудряются закрыть? Притом Токаев говорит, у нас вообще пикеты по закону разрешены, и вообще мы никого не задерживаем. Асхат, как вас умудряется посадить на 10 суток или там больше, если у них нет юридических механизмов вас посадить? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну, по последнему аресту я могу сказать то, что это было напрямую индетта за площадь. То, что я вот настырно после первого ареста вышел повторно на площадь, это их немного обозлило. И вот они нашли, вот то, что вот мы были на суде у Оксаны Шевчук, Жазиры, Кузипы, Анвара. Получается, там стоит 40 человек, у всех плакаты, а у меня вообще просто фотография в руках. И вот доказательством в суде было то, что я стоял среди этих людей, и у меня в руках была фотография. Это у них тоже были? Да. Фотография чья даже была? Гузипы и Жазиры. Так, а в чем суть? Каким образом они смогли вам применить какие-то нормы закона, чтобы вас задержать и дать административный арест? Ну, абсолютно никаких было доказательств. База – это то, что видео, которое они отсняли, получается, то, что я там нахожусь. Так вы по закону имели право там находиться? Там все же другие находились тоже? Да, ну, я же говорю, вот это вот беспредел был там вообще. Кошмарно. Ночью тебя забрали. Забрали, что там в приговоре написано? На основании чего у вас там мотивировка какая? Участие в несанкционированном митинге. Это, ну, я говорю, вы как вы можете аргументировать это? Это не был митинг. Да, это был пикет, вы объявили об этом, вы один стояли. И вы же там, вас задержали первый раз на 14 сутки, вы же 13 суток стояли и без проблем. Нет, задержали меня именно за видео, то, что на суде мы там стояли, 40 человек нас было, получается, возле здания суда у Малинского. Да, но это не митинг, это вы просто пришли на слушание, открытый публичный суд, правильно? Да, но при этом мы там вышли на улицу, в тот момент, когда судья отказала в доступе журналистов, люди вышли на улицу и протестовали, да, вот это решение, то, что почему вы не запускаете то, что суд открытый, почему запрет поставить на журналистов. Вот и они, мы все вышли на улицу и протестовали именно против этого решения. Ну, там ничего такого не было, просто выкрикивали «Бостандык» люди. Я даже это «Бостандык» не выкрикивал. Почему? Потому что у меня в тот день горло болело. Я просто стоял среди всех остальных людей, как бы с фотографиями. Но вы видели, вот, там, в тот день, когда вас вывезли в полицию,
так называемая группа ребят «Оян Казахстан» пошла там, фотографировалась, выкрикивали лозунги, их же никого не арестовали, не задержали. Да, это вот то, что вот 18 часов меня, кстати, продвижали в Авозовском РОВД, вот в день, когда «Оян Казахстан» митинг был у них. То же самое, как бы обманным путем меня привезли в Авозовское РОВД, и трое полицейских просидели со мной все 18 часов. Но вы обращались дальше, апелляцию подавали? Я подал заявление с жалобой на имя прокурора. Адвокат принял это все. Это все в разработке. Но как вы думаете, кто принимал решение, чтобы вас задержать? Вот ваше понимание. И вообще, кто принимает политическое решение посадить в тюрьму, держать их 3 месяца, 4 месяца, вот как женщин держали? Как вы думаете, кто принимает такие решения? По словам полицейских, указание идет сверху. Ну, сверху откуда? Со стороны. Но конкретные ведомства они говорят или нет? Нет. Но вот то, что вот последнее задержание, 15 суток, которое было, там проявился себя именно сотрудник КМБ. Почему? Потому что я сидел в коридоре, суббота, суд, выходной день, никого нету. На первом этаже нахожусь я, трое полицейских, прокурор, судья и судебный пристав. Вот получается вот эти вот 5 человек, которые находились на территории суда. Вот, когда пришли наши гражданские активисты и адвокат Жанар Балгабаева, вот после того, как она пришла, ворота, естественно, были закрыты, и никого их не пропускали. Вот, КМБшник зашел, человек в гражданском, ну я так понял, что это с комитета был человек, он зашел в кабинет судьи, там находился судья и прокурор, и я оттуда слышал нецензурную брань, громко это разговаривали. Это КМБшник их ругал, да, я так понимаю? Вы, говорит, что вы здесь сидите, чего вы здесь ждете? Вы не видите, говорит, что на улице люди собрались? Уже собираются, вы хотите, чтобы здесь митинг образовался? Быстро его, говорит, осудите и отправите отсюда по-быстрому. Ну, Асхат, вот видите, конкретный пример, он показательный, да? Для тех, кто думает, что судья, вот он сейчас там 10 суток подумает, вынесет решение, я имею в виду по политическим процессам, или что вот якобы полиция вот сама она действует, я хочу, чтобы ни у кого не было заблуждения. Все политические акции, митинги и все прочие контролируются Комитетом национальной безопасности лично Каримом Масимовым, бывшим премьер-министром. Я его очень хорошо и близко знаю. Вот. И когда судья принимает решение, кого-то на 10 суток, кого-то на 15 суток, это идет команда из Комитета национальной безопасности. Абсолютно все согласовывается и регулируется Комитет национальной безопасности. Вообще МВД – это мальчики для битья. Они используют их, просто за ниточки дергают, они там задерживают, бросают людей в тюрьмы. Где-то кого-то, если даже и побьют, это все по команде Комитета национальной безопасности. Это ведомство, которое прямо напрямую работает Карим с Назарбаевым, Нестакаевым, бегает, все вопросы согласовывает, созванивается. Он получает принципиальную установку – гасить, давить и все прочее. Чтобы ни у кого не было иллюзий, МВД вообще ничего не решает. Эти полицейские, это просто, вот как считать, охранники. Просто он стоит около одного объекта, ему сказали туда передвинуться, он сюда передвинулся. Так МВД. Им КНБ говорит арестовать, задержать. Судьям дает команду посадить на 10 суток, 15 суток. Судьи вообще никаких самостоятельных решений не в состоянии принимать, чтобы вы понимали. Но... Ну это очевидно, это было уже очевидно. Но смотрите, вот мы говорим про гражданскую активность и все прочее. Вот Айгуль Акберды пытались осудить на 5 лет, да, в Актау. Судьи и председатель суда уперлись, оправдали. Вот представьте, если на каждом уровне полицейские, судья, все хором будут упираться, действовать только по закону, эта власть в рамках существующего закона ничего не сможет сделать. Он скажет, иди побей. Полицейский скажет, я его не могу бить. Вот закон, вот норма статьи. Судья приходит к КНБшник, говорит, осуди его на 10 суток. Он говорит, ну ты мне норму статьи покажи, объясни почему. Во-первых, почему ты мне вообще командуешь, ты кто такой? Я судья, я принимаю независимые решения, вот Конституция, вот закон. Если каждый на своем месте будет занимать такую позицию, на следующий день все изменится, понимаете? А так они, вот там, мы получили приказ, команду, не ссылается на закон.
Понимаете? Вот, вот в чем суть. Когда они поймут, судьи, полицейские, что завтра с них будет спрос, они все испугаются. А когда они это поймут? Когда опять люди будут активными, выйдут десятки тысяч на улицы, они скажут: о, в Армении так же было. Мы потом все слились с народом, но потом их начали вылавливать. А кто же бил людей, кто незаконно сажал? Их все равно наказывают и накажут. Понимаете? И у нас так будет. Поэтому все быстро изменится, если опять люди будут активными, тысячи будет выходить, полицейские испугаются, судьи испугаются, власть испугается, будет пятиться, пятиться, и очень быстро все поменяется. Все будут ровно действовать по закону. Вот я ваш пример просто в качестве доказательств показываю, как работает наша судебная система и кто все это управляет, КНБ. Да. Ну что, ребята, мы все обсудили, или у нас есть какое-то что-то, мы еще не дозакрыли тему? Нет, вроде все обсудили. Ладно, спасибо за эфир, это вот, скажем, второй раз я такой эфир провожу, первый раз с Нурланом Турихановым, он там пост написал, я откликнулся, мы быстро провели эфир. Вам тоже спасибо, что вы задали мне вопросы. Я думаю, что мы сейчас зальем его в YouTube, и очень многие люди услышат ответы на свои вопросы. Вам спасибо за то, что вы активны. Вам спасибо, Асхат, что вы не сдаетесь. Казахстан. Да, давайте, ребята. Всем счастливо. Алга, Казахстан. Алга, Казахстан. До свидания. До свидания. Спасибо. Счастливо. Так, все. Видео, потом Аслан.